Почтительным расставанием тебя пою, республику мою, Бурятское Трансильвания. Здравствуйте, в эфире программа «Багдаев» на канале АТВ. И сегодня мы пригласили автора этих поэтических строк, поэта и художника Аркадия Перининова. Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте. Ну, давайте сразу предупредим, что мы с вами будем, поскольку приятели, на «ты», да? Аркадий? Да, конечно. Вот вы сказали, сравнили Бурятию с Трансильванией. Насколько я понял, что это район где-то между Венгрией и Румынией, край вурдалаков, вампиров, родина графа Дракулы. Ну вот почему нашу родину, Бурятию, Таежную Озерную сравниваете со страной чудовищ? Ну, я не знаю, у нас же Бурятия сейчас является туристической такой рекреационной зоной. Так. И я считаю, что одним из брендов могло быть то, что она будет как Бурятская Трансильвания. Ну а почему бы нет? Чтобы здесь не было своих вампиров, своих каких-то священных чудовищ. Вот вы в своем творчестве, Аркадий, очень часто обращаетесь к образу ГСРа. Ну, по-разному его называете, то ГСР, то ГСР и так далее. И пишете «Гудбай, ГСР, Абай», там обращаетесь к нему. И описываете, значит, образы мангатхаев. Ну, для телезрителей поясним, что мангатхаи – это чудовище из эпоса ГСР, да, героического. Между тем, я вам хочу сказать, что в советское время вот героический эпос ГСР был признан феодально-байским, антирусским произведением, поскольку мангатхаи – это было в представлении исследователей образом русских. Вы знаете, что у нас русские называют... Буряты называют русских «орот», но есть и ругательное слово, происходящее от слова «мангатхай» – чудовище. «Мангат» ругают, когда ругают. На русский говорят «мангатут», «мангат». А вы вот превозносите ГСРа, этих чудовищ, мангатхаев, то есть практически проводите антирусскую политику. Ну, я не думаю, что я провожу или смею проводить какую-то антирусскую политику. Во-первых, я родился в смешанной семье. Так. Метис, или как в народе говорят про таких, как я, полукультурка. Так. Еще одно, кстати, интересное брендовое название. Полукультурка. Да-да-да. А еще называют евробурами. Ну, вот насчет полукультурки. Это, скорее всего, что связано с нашей раниткой, которая растет на дачах. Мы же с тобой ездим на дачу. Так. Вот. И там... Да, в сторону Мостового. Да, очень да, часто да. встречаемся. Очень часто встречаемся и, кстати, всегда хотим друг друга сделать, одарить какими-то подарками. Я вот хочу добраться до твоей дачи и взять у тебя какие-нибудь кусты. Угу. Я думаю, что ты дойдешь до моей дачи и возьмешь у меня какие-нибудь кусты. И тогда мы побратаемся этими кустами. Единственное, чего у меня нет на огороде, это ирги. Остальное все есть. Иргу найдем, есть. Хорошо. Так почему ушел-то? А, от ответа? Да. Да я, честно говоря, считаю... Ты что, бурятский националист в русском образе? Бурятский, русский националист. Ну, мне как-то вот дико все это слышать. Потому что я вот, например, когда у нас была Чеченская война, и когда я слышал фамилии там Дудаев, там еще какие-то Басаев, я всегда думал, они что, буряты, что ли? А потом, по прошествии какого-то времени, когда я увлекся историей, географией, альтернативной историей, я понял, что мы, как арьергард, будем говорить, гуннского царства, побывали везде, включая Индийский океан. Где мы еще только не были? Везде наследили. Везде. Да, очень интересно. Я как-то, значит, попалась мне книга про чеченцев. И написана она была, знаете, предисловие этой книги было написано академиком Айдаевым, чеченцем. Я был очень удивлен. Кстати, очень много на Кавказе фамилии Багдаев, там даже село есть в Кабардино-Балкарии, Багдаевка называется. Там как мать моя ездила в пяти курсах, она рассказывает. Все жители, говорит, все села носят фамилию Багдаев. Вот в интернете набираешь. Угу. Очень интересно, да, монгольское наследие, монгольского завоевания на Кавказе, конечно, оставило свой след. Басаевы, Бараевы и прочее, прочее. Так вот, возвращаясь к нашим дачным делам. Ты сам говоришь, что тебя очень трудно назвать поэтом. И называешь себя графоманом. В то же время ты занимаешься, значит, и живописью. И тоже говоришь, что, значит, техникой не владеешь. Так зачем все это? Может быть, правильно? Ты как Будда растворился в народе, целый день копался в огороде. Может, лучше
дальше заниматься, чем видимостью, значит, поэзии, видимостью, значит, живописи. Ты кого обманываешь? Себя обманываешь? Меня обманываешь? Или людей обманываешь? Или перед Богом обманываешься? Ну, скорее всего, что поэты, как таковые, они, наверное, всегда обманщики. Да, о, это очень интересно. Вот каюсь, что мы все, наверное, обманщики, потому что, вот, например, когда мы встречаемся со своим кругом и начинаем общаться, вот, особенно на фестивалях, каждый, конечно, в душе боится, что его назовут графоманом, а я, став, в общем-то, довольно известным блогером, фейсбучным таким подъемщиком, я понял одно, что, а чего этого стесняться? Графоман. Мне кажется, это самый большой прыжок. Графоман – это у нас в переводе «любитель писать». Да-да-да. Любитель письма, так. Вот сегодня… Вот Уллис был, его… Не Уллис, а как его, ирландский. Джойс. Джойс, который Уллис написал. Ну, это же графомания сплошная. А говорю, я купил специально огромную такую книгу. Ну, невозможно читать, я тебе честно скажу. Чистый поток сознания. Ну… Я недавно разговаривал. До творчества далеко, а где искусство-то? Искусство же все-таки это оно требует как бы и вдохновения, и философской отвлеченности, и в то же время поэтической краткости и так далее. Ты знаешь, Баталай, я думаю, что если мы останемся гумусом для, ну, удобрением для той культуры, которая придет к нам на смену, я думаю, что ничего в этом страшного нет. Да. Чего цепляться? То есть должно родиться тысячи графоманов, чтобы появился один Пушкин, правильно? Я думаю, что с веком развития, будем говорить, всех этих электронно-коммуникативных связей, я думаю, что, скорее всего, когда мы станем наполовину киборгами, я думаю, что стихами будет заниматься каждый. Каждый будет писать свои какие-то нетленки. Хиллари Клинтон, кстати, на вопрос журналистов, почему она под софитами и в жару не потеет, она сказала, я же, говорит, киборг. Порождение Силиконовой долины. То есть, да, киборги, они уже здесь рядом. Вот говоря о родине, о Бурятии, ты говоришь, что, значит, наполовину ты бурят, наполовину русский, влюблен в эту землю, но, тем не менее, 12 лет прожил где-то вдали, в Нижнем Новгороде, в Поволжье, получается, да? Ну, как же ты родину-то любишь, если десятилетиями живешь оторванный от нее? Я вот 8 месяцев в Москве прожил, чуть от тоски не умер. Бежал обратно, как не знаю кто, пятки сверкали. Но… А ты 12 лет отдал какой-то чужбине. Что такое Нижегородская область для нас? Все равно, что Америка, что Нижний Новгород, для меня это одинаково. Ты знаешь, там очень трепетно относятся к буддизму. Нижний Новгород? Да, и не как к какому-то новомодному течению, а действительно люди там серьезно занимаются. Вот у нас есть Андрей Стрелков. Знаменитый буддитолог, который часто ездит к тебе. Да, путешествие, несколько книг у него есть. Ты думаешь, кто его сюда фиганул в Бурятию? Так. Я? Откуда? Я ему много? Да-да-да, я ему очень много рассказывал, как здесь хорошо, как тут замечательно. В Сдержинске, городе под Нижним Новгородом, есть группа Дао, они до сих пор существуют, ребята. Вот, наслушавшись моих всяких прелестных рассказов, они тоже здесь были. В конце 80-х играли здесь, выступали. Вот. И вообще к бурятам там какое-то трепетное отношение, да? Там у вас был целый проект перформанса «Новые буряты», да, насколько я понимаю, в 90-е годы? Да, у нас… Это что, твои, как сказать-то, проекты, которые ты осуществил как театральный режиссер? Ты же по образованию у нас закончил Институт культуры, театровед? Театральный режиссер, так? Нет, я театральный режиссер с маленькой такой припиской самодеятельного театрального коллектива. То есть я могу как в ЖЭКе организовывать. Ты помнишь этот знаменитый ВГИК фильм? Тебе, в серьезный театр тебе уже не пустят, да? Ты знаешь, я поступал в ВГИК. Это был 89-й год, прошел творческий конкурс, но срезался на сочинение. Вот. И когда я зашел в мастерскую… Грамматическое плохо. Ты знаешь, нет, написал на 4, на твердую, я имею в виду по грамотности. И балл не набрал. Я получил 2 за концепт, который там был изложен. И профессура, которая там сидела, они сказали, нам Бергманы не нужны. Да, начал умничать. Ну что ж, советские времена, 89-й год. Да, ну, мне хотелось… Написал про поднятую целину, про Брежнева, про перестройку, ускорение, что-то такое. Актуально. Ну, а ты начал, конечно, оригинальничать, но не вовремя, не в то время, не в том месте. Я думаю, что Леонид Ильич Брежнев тоже был большим оригиналом. Вот если мы сейчас смотрим старую кинохронику, помнишь тот знаменитый момент, когда ему вручают меч
Да. Такой большой, огромный меч Кладенеса, я еще думал, что он его уронит. Или вот эти его знаменитые произведения «Малая земля», «Хлеб сему голова», «Возрождение». Это же тоже чистая вода экзистенс, на мой взгляд. Начиная даже с этой знаменитой строчки «Дневников я на войне не вел». Чем тебе не Джойс? Чем тебе не фронтовой Джойс? Да. Который, кстати, свои боевые действия начинал, по-моему, все бы это было, конечно, очень трогательно, если бы он сам писал. Ну, судя по всему, писал-то не он, а литературные рабы, так называемые. За него писали и называли его именем. А он, как говорится, только брендом был. Ну, тоже ничего страшного. Так. Ну, на мой взгляд. Так, возвращаясь к твоей грамотюшке. Слушай, я почитал твои стихи до утра сегодня, читал, готовился к эфиру. Да головной боли, у меня аж из носа кровь пошла. Где у тебя запятые-то? Точки где? Где знаки препинания? Я вот племяннику своему учил, он меня спрашивает, что такое пунктуация? Я говорю, это правило движения, это знаки. Что такое пунктуация? Знаки, регулирующие движение слов в предложении, в тексте. А у тебя какое-то хаотическое движение, и ты в верлибре пишешь. Где знаки препинания? Запятые где? Точки где? Я, честно говоря, в таком глубоком замешательстве всю жизнь нахожусь с русским языком. Так. Ну, скорее всего, что приходится выдумывать свой какой-то вот натуральный русско-бурятский суржик. Вот я вот сейчас... Суржик – это что-то среднее между двумя языками, да? Да. Смесь. Смесь. Так. Вот у меня есть роман «Морозко». Там у меня главные герои говорят на таком... Ну, будем говорить, придуманном, скорее всего, русско-бурятском суржике. То есть я, например, когда спрашивал людей, владеющих нормальным бурятским языком, они говорят, ну, ни в пень, ни в Красную армию. То есть тот язык, который ты используешь, это язык словарей. Это мертвый язык, который ты там выкладываешь в своих этих опусах. То есть люди так не говорят. Но я почему-то считаю, что вот смешение языков, смешение каких-то вот чисто наших сибирских фишек позволяет нам здесь жить комфортно и, я бы даже сказал, интересно. То есть, например, ведь огромные пласты людей, населяющих, я имею в виду отдаленные села, отдаленные районы, они никогда не задумываются, какой они национальности. Если они говорят о бурятской деревне, русские, татары, там, я не знаю, эстонцы, там еще какие-то национальности на бурятском языке, они это преодолевают с полной естественностью, на мой взгляд. И абсолютно этим не козыряют, и наоборот, я вот встречал ребят, которые с горячностью помогали мне там говорить, вот ты неправильно, Аркадий, пишешь, вот ты пишешь какое-то выражение там, то есть надо вот так, вот так, вот так, то есть абсолютно без этого, без начетничества, без какой-то ругани. Ну, бережно относились к этому. Аркадий, а для кого пишешь-то? У тебя стихотворения такие очень тяжелые, концептуально перенасыщенные. Там у тебя постоянно отсылки к другим текстам. Фамилии, значит, людей, о которых знает ограниченное количество людей. То есть ты пишешь, получается, не для широкой публики, а для знатоков поэзии, искусства. То есть высоким штилем пишешь-то. Так? Народ-то не пойдут твои стихи. Я почему-то полностью уверен, что то, чем я занимаюсь, конечно, носит налет, может быть, какой-то театральщины, будем говорить, какого-то, ну, будем, надуманности. Но ведь это намного интереснее, чем писать совершенно простые дубовые стихи, где совершенно не за что зацепиться. Ну, на мой взгляд. Так. Сердцу, там, взгляду, там, так, памяти твоей. То есть я вот, например, сегодня ночью, например, в полной духоте проснулся, пошел на кухню, сел перед открытым окном кухонным и начал писать стихотворение, ну, тоже, как обычно, стихотворение воспоминания. Вот. Просто альтернатива воскресила ту Улан-Удэ, ту Бурятию, которую я знал молодым человеком. Ну, мне это просто самому интересно. Вот ты говоришь, ты театральный режиссер. Я простраиваю свое стихотворение как маленький фильм. Кстати, что еще я заметил в твоем поэтическом творчестве? Полное отсутствие гражданской лирики. Отсутствие оценок происходящим политическим,
общественным процессом в нашей стране. Это что, ты ставишь себя выше общества, выше происходящих вокруг событий? Ты знаешь, Батадал, я вот, честно говоря, совершенно, ну, не понимаю ничего в политике, но... Про Путина ты почему не пишешь? Или не хвалишь, или не ругаешь? Где твоя гражданская позиция, как человека, как гражданина? Ну, почему? Я, кстати, за Путина пострадал. Вот так, недавно на Фейсбуке, года два назад, значит, выложил какое-то патриотическое видео, и очень известный поэт Дима Кузьмин, в проекте которого «Воздух» я участвовал несколько лет, просто меня так подвинул из друзей, в общем-то, это из проекта «Воздух». Ну, я нисколько этого, как говорится, не стесняюсь, потому что вот ты вот говоришь, у меня нет политических стихов. У меня есть политические стихи. Я вот еще до известных событий в Сирии писал про Муаммара Каддафи в стихотворении об этом знаменитом постыдном действии, когда его уже мертвое тело было выставлено, по-моему, в универмаге. Вот. И есть такая московская издательница Надя. Она делала такой сборник, и вот как раз в старине помещала, и не мудрствовала лукаво, и именно вот захотела чисто вот такой вот этой политической какой-то изюминки, и она появилась в этом сборнике. Да, кстати, я обнаружил одно твое стихотворение, где можно сказать, что оно относится к гражданской лирике, называется «Нихт». «Нихт, говорю я лесам своей родины». То есть отрицаешь родину. И то же самое говорящей вагине вражеских радиоголосов. Это что у тебя за диссонанс внутренний? С одной стороны, ты отрицаешь родину, родные леса, поля, тайгу и так далее. С другой стороны, ты вот противоставляешь себя голосу Америки. Это что у тебя за внутренний диссонанс? Ну, я не знаю, наверное, надо спрятаться за удобный концепт, что поэт имеет много разных масок, и когда ему удобно, он надевает ту маску, которая ему в этот момент нужна. Вот. То есть лицедей. Лицедей. Не зря вас православная церковь проклинает, и лицедеев называет вас лицемерами. Вы создаете иллюзорный мир, отвлекаете от душевных исканий. Право, однако, наши батюшки. Да, и закапывают нас как? Не на территории кладбища, когда мы умираем, да? Ага. А за ней. Да, очень интересная в этой связи история. Я вот вычитал в одном из журналов, да, «Плавучий мост». Там ты рассказываешь о том, что, будучи в армии, встречался с цыганкой на вокзале, которая тебе предрекла, что вот, если ты свяжешься с поэзией, у тебя не будет счастья, у тебя не будет денег, одни страдания и странствия. Тем не менее, ты вот взял на себя эту ношу поэтическую, и, надо сказать, вот маешься всю жизнь, но не жалеешь себя или родных хотя бы? Ты знаешь, я вот недавно был... Родители-то как относятся? Вот мается сын, всю мается всю жизнь. У меня в семье нет такого, я уже как-то раз об этом говорил на какой-то передаче, нет какого-то вот этого поэтического диктата, и я никому из семьи стихи не навязываю. То есть я абсолютно втихомолку как-то где-то сижу, кратко все это пишу. Я единственный недавно, вот весь такой гордый тем, что я поэт, поехал в город Братск и выступал там на вечерах памяти своего друга Василия Костромина. И вот ко мне подошел местный братчанин, сказал: «Пожалуйста, Аркадий, не приезжайте к нам больше». Я говорю: «Почему?» «Ну, нам нужны другие стихи». То есть я как-то сразу слез на грешную землю и понял одно – у людей разное мнение, и, например, быть для кого-то небожителем, а для кого-то простолюдином, который, в общем-то, и абсолютно не интересен. А какие им стихи-то нужны? Про березки? Ну, почему обязательно про березки? А что, что им нужно-то? Ну, может быть, какая-то бардовская струя им нужна, я не знаю, может быть... Лирика им нужна. Может быть, действительно, как ты говоришь, какая-то гражданская, мужественная такая поэзия. В одном из интервью ты рассказал, что... Фактически ты по специальности не работал театрального режиссера. Всю жизнь то сторожем, то, значит, грузчиком, то охранником. В общем, маешься всю жизнь. И вот
В одной из стихотворений «Мое» называется, в 2004 году. Я считаю, что оно отражает твои жизненные принципы. Ты написал: «По дорогам мы скачем и целиной, я работать не буду. Я разве больной?» То есть это твое отношение к труду? Да нет, это, наверное, скорее всего, что это поза. Просто кривлялся, может быть, в то время и просто принимал такую позу, что вот я такой растекаю. На самом деле, почему тружусь? Я бы сказал, с 15 лет начинал свой трудовой путь рабочим в нашей типографии республиканской. Так. Значит, в переплетном цехе, оттуда уходил в армию и практически всю жизнь работаю. Ну, конечно, я работаю на таких, будем говорить, низовых должностях. Никогда не был ни начальником, ни чиновником. Ну, наверное, это просто мое дело, и я, в общем-то, смиренно это все принимаю. Аркадий, у меня вот десятки вопросов. Конечно, твое поэтическое творчество, оно очень навевает на различные вопросы, в том числе провокационные. Вот, ну, один вопрос я хочу задать. Это касается, значит, твоего стихотворения «Мантра». Процитирую. Ты пишешь: «О мани подмехом Эминем». Обращаюсь к Эминему. Кто не знает, какой Эминем, скажу, что это американский рэпер белого происхождения. Ты, насколько я понял, любитель музыки, но тем не менее не кощунственный, с одной стороны, читать сердечную мантру буддизма, обращаясь к человеку, ведущему, можно сказать, такой распутный образ жизни. Да я, честно как говоря... Как это сочетается? Зачем это было нужно? Шокируешь нас буддистов или что? Нет, я, честно говоря, думаю, что когда Эминем читает свои тексты, проговаривает, он тоже совершает какие-то чисто мантрические движения. Так. И я не скажу, что он такой бездельник. По-моему, огромный труженик. Так. Если уж он умел негров даже в таком, будем говорить, их поле, став одним из самых известных, будем говорить, высокооплачиваемых поэтов. Все понятно. Эминем буддист своего рода, правильно? Начитывающий мантры. Что такое рэп? Это фактически мантры получается. Ну да. Да. Еще одно Кострома стихотворение. «Я давно не смотрю в русскую сторону», пишешь, «где живут моя родня с материнской стороны. Они передают смиренные приветы туда, где яркие горят бурятские костры». Так все-таки кто ты? Русский поэт? Бурят? Получается, ты от бурятов отошел? Или от бурятов отошел? Еще русским не стал? В общем, и образ у тебя такой очень интересный, вурдалаковский, да? Залысина, как у графа Дракула. Так кто ты вообще? Как ты себя позиционируешь? Ну, сегодня, в этом мире? Сегодня для меня Бурятия – Трансильвания. Завтра я поеду к своему товарищу в Дористу, и она станет у меня Джидистаном. Так. То есть я хочу сказать, что, наверное, действительно я пришел в этот мир, будем так говорить, и это не поза, и не кривляние, а именно поэтизировать нашу великую, будем говорить, родину. Вот. А то, что я там называю там Джидистаном, ну это же красиво, это интересно. А почему бы нет? Почему не воспринимать ее так сказочно? Почему у нас среди нас наверняка бегают и волшебники, и какие-то люди, которые умеют и в воздухе летать? Вот недавно был на Итагиловских чтениях, и с сыном мы вышли просто в степь полежать. И когда он там бегал по этим полям вокруг Дацана, на снимках видно, что он просто парит над землей. Кто это? Сынок. Я вот с ним ездил. Чей сынок? Мой сын. Ага. И на фотографии прямо видно, что вот он парит над священной... Тоже поэт, насколько я понял. Ну, какой же он поэт? Ему 7 лет. Это старший у тебя поэт. Это маленький Атхон. Старший, да. Старший. И дочь старшая тоже. Поэтессы и так далее. Причем у тебя есть поэтическая семейка, да? Ну, мы заканчиваем эфир, и я вот хочу процитировать редактора журнала «Гений» Марии Шейхову. Она пишет, что Перинов – настоящий гений, сравнимый с Велимиром Хлебниковым. Вот столь высокая поэтическая оценка со стороны коллег, литературоведов, издателей. И вот в конце эфира я хочу с удовольствием предоставить тебе несколько слов для наших телезрителей, друзей, твоих поклонников, возможно, будущих читателей. Ну, я просто хочу сказать, что
у нас сложилась такая интересная сейчас в Бурятии, будем говорить, поэтическая тусовка. Я передаю пример. Привет, значит, всем своим друзьям, особенно молодым. Байрме Занаевой. Лена, привет. Алеша Гергенов. То есть вот эти молодые люди, на мой взгляд, вслед за нами творят то, что мы потом будем с гордостью называть наша литературная Великая Бурятия. Спасибо. В эфире была программа «Багдаев» на телеканале АТВ. А у нас в гостях бурятский поэт и художник Аркадий Пиринов. До новых встреч. До свидания.